Влад, ну что же мне съесть? Влад, ну что же мне съесть? Вот я вечером домой захожу, открываю холодильник и готова там вот я всю съесть, либо все съесть. Вы мне очень часто задаете этот вопрос, и я решил на него ответить, даже показать, объяснить. Так что ждите. Всем привет, ребята, с вами Влад Морозов, и вы на моем канале находитесь. Сегодня я вам покажу, расскажу, что можно скушать вечером, либо на ночь, либо вы, вот, допустим, садитесь перед сериальчиком своим любимым вечерком, думаете, что же мне такого скушать, да, ну, чтобы было как бы и вкусно, и полезно. Значит, нам потребуется филешечка. Можно либо из курицы, либо из индейки. У меня сегодня из курицы. Значит, берем одну. Ну, я беру две, потому что я люблю очень много есть. Мне будет две. Дальше нам потребуется огурец, перец, помидорка, редиска и зелень. Там укроп, лук, как, и что-то еще. Какая-то там непонятно. Значит, что мы делаем вначале с вами? Вначале мы берем с вами мясо, чтобы оно было уже растаявшиеся, и мелко нарезаем. А еще нам потребуется сковорода антипригарная, обязательно. Значит, что мы делаем сейчас? Мы нарезаем мелко наше филе, и увидимся потом. Ну что, ребятки и девчатки, значит, мяско я уже, значит, нарезал мелко. И уже у меня сковородка, она уже разогрелась, накалилась. Убираем аккуратненько мяско. И теперь обжариваем его. И вот аккуратненько, значит, обжариваем. А пока, значит, у нас мяско обжаривается, мы с вами огурец, помидорку, перчик, редиску и зелень, мы это все мелко режем и вот такую миску. Значит, если ты еще ждешь, беги в магазин родственников, покупай это все и давай вместе со мной. Жду. Ну что, ребятки и девчатки, значит, овощи я уже их нарезал, убрал в миску. И далее у нас остается заключительный шаг. Это мяско. Оно у меня уже все готово. Я масло не наливал, ничего туда не убирал. Все, берем, значит, вот это вот наше с вами мяско. Вот это. И аккуратненько сюда выкладываем нашу миску. Вот. Еще, значит, один шаг. Немножко соли. Чуть-чуть. Просто я мясо не солил. Чуть-чуть совсем. И еще можно лимонный сок. Но у меня сока нету. Значит, будем без лимонного сока. Значит, теперь берем вилочку. Все это мы перемешиваем. Нет, лучше ложечку, наверное, что-то вилка плохо. Ладно. Значит, ингредиенты, еще раз я повторяю, зелень, ну там лук, петрушка, укропчик. Ну, короче, на ваше усмотрение зелень. Потом огурец, помидор, перчик, редиску и самое главное мясо. Кстати, можно еще яйцо сварить и сюда убрать. Ну, нормально и так будет. Ну, смотрите, разве это не прелесть, а? Мне кажется, вообще отличненько. Да. И вот, значит, теперь мы берем эту миску.
включаем любимый сериал, заваливаемся на постель, на кровать, и все, и просто сидим вот так вот. Вот так вот, вот, вот так вот. Едим вот этот салатик офигенский. И смотрим любимый сериал. Все, мое видео подошло к концу. Не забудь поставить пальчик вверх, написать свои комментарии. И все. До скорой встречи.